Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саркаст, и сегодня с Call of Duty Mobile хочу в этом видео поговорить с вами о своеобразных читах, а именно о эмуляторах. Ну, конечно, их нельзя особо применять к читам, но, честно говоря, поиграл я не так много именно на эмуляторе, то есть специально даже скачал, попробовал BlueStack, попробовал, получается, официальный эмулятор, ссылочку я, естественно, оставлю в описании. Мало ли кому интересно воспользоваться таким лайфхаком, потому что можно спокойно апать себе рейтинг. И вы сами поймете, почему именно можно спокойно апать рейтинг. Все-таки отличие просто от обычного игрока, который играет, допустим, на планшете, либо на мобильном телефоне, конечно, кардинальное. То есть здесь, во-первых, мы можем подключить себе клавиатуру, мышку. То есть свободно можем переключать между оружием. То есть если в обычном доступе у нас есть два пальца, если мы просто обычный такой средний, либо слабенький игрок, то есть не какой-то там задрот, который, ну, если кто-то видел, допустим, который играет там в мобы, они там прям четыре пальца как-то используют, там кладут телефон на стол, то есть начинают там как-то там четырьмя пальцами там как-то играть все это дело. То есть, ну, это люди, которые уже привыкли играть на мобильных устройствах, и они, естественно, играют на профессиональном уровне. А есть просто обычные игроки, средние, которые хотят просто обычно взять, там, поиграть. Естественно, вы берете телефон, у вас есть два больших пальца, и вы начинаете спокойно и методично нагибать себе равных игроков, да. Но бывают люди, которые просто берут, допустим, ну не у всех есть телефоны, да, это понятно, который там мощный, все-таки нужен хороший мощный телефон, во-первых, чтобы играть в Call of Duty Mobile. Некоторые используют, конечно, эмуляторы, и вот тут начинается реальный такой дисбаланс. И я бы сказал даже читы, потому что вот я не очень хорошо играю именно в стрелки, но даже вот поиграл просто буквально пару игр, уже начал делать какие-то сумасшедшие вещи просто на эмуляторе, потому что есть клавиатура, могу быстренько. Во-первых, в чем плюс именно эмулятора? То есть у нас есть мышка, мы можем спокойно быстро прицеливаться, быстро менять оружие, то есть мы можем четко наводить, куда нам нужно стрелять, скриншоты ставить там. Клавиатура нам помогает с мышкой в комбинации хорошо маневрировать, то есть мы можем, знаете, как в папке, то есть когда мы, кто играл в папок, поймут. То есть мы берем, допустим, нас стрелять, мы берем и делаем мансы там влево-вправо, влево-вправо, там пресс-сири. То есть так маневрируем. Если получается на телефоне нам это не особо удобно делать, то есть нужно так приловчиться, чтобы именно там на таком хорошем уровне все это делать, то получается на клавиатуре и мышке все это дело просто легко исполнить. Давайте вообще в целом посмотрим, вообще такая будет нарезки, естественно, будет отдельный бой. Буду показывать все перестрелки, чтобы вы могли наглядно посмотреть вообще, насколько все это читово. Потому что можно много говорить вообще про это, но что лучше один раз увидеть. Главное было дробовик, на самом деле, перескочить, потому что с дробовиком бывает проблем. Немножко так запутался, получается, в одной колонии. Так, отлично, конечно, пошло уже поначалу. Как видите, успеваю быстро и прилечь еще, поэтому удобство... Так. Удобства все в игре есть. Как видите, я прямо в самом почти центре. Естественно, специально сделано, потому что... Тут можно максимально быстро набить, естественно... все максимально набить все оружие, имеется в виду. Так, отлично стильнули. У меня остался ножик, получается. Вот смотрите, еще одна прелесть. То есть можно хорошо маневрировать, как вы видите. Так,
Поэтому не вывелся, конечно, отлично, но у меня также подстилили, получается. Ну, можно в спину всегда было убить, поэтому... Как видите, проблем нет. То есть, ну, разве это не 4? То есть, смотрите, второе место 40, третье 30 вообще. То есть, если бы я еще, получается, где-то не завтыкал, то есть, можно было еще максимально раньше убить. Ну, разве с телефона вы можете такое провернуть? Это я, честно говоря, сомневаюсь, потому что... С телефона, чтобы так именно проворачивать, нужно прям, не знаю, приноровиться очень. Ну что вам, друзья, как такие вам своеобразные читы? Конечно, нельзя сказать, что это 100% читы, но нужно понимать в первую очередь, что по сравнению с обычным игроком, который будет играть на мобильном устройстве, у вас есть ряд ощутимых преимуществ. То есть у вас есть клавиатура, это маневренность, это удобство именно в нажимании, то есть вы можете быстро переключаться с одного оружия на другое. Это мышка, с мышкой вы можете более точно наводить ваш курсор, чтобы более точно ставить хедшоты, меньше как-то тратить свои патроны. Вы также можете увеличивать свою статистику именно вашей точности, то есть как бы такой буст, конечно, это приятно. Плюс, скорее всего, у каждого из нас есть хорошая именно гарнитура, то есть имеется в виду наушники. С наушниками вы будете более хорошо и максимально слышать ваше окружение, то есть вы будете слышать, откуда враг может прийти, то есть там слева, справа, то есть это все просто в ваших руках. Конечно, по сравнению с мобильным игроком, просто кардинальные именно отличия. То есть у обычного мобильного игрока есть только два пальца там. И по сравнению с таким игроком, шансы, конечно, выиграть в дуэли будут проблематичны именно. Но в первую очередь не нужно забывать, что это мобильная игра. И, конечно, больше всего ориентирована на планшеты или мобильные устройства. Но кто хочет врываться в топ и не может никак это, допустим, сделать обычным способом, качать эмулятор. Конечно, я не буду как-то говорить, что это там плохо или нет. Каждый, конечно, решает сам, как он хочет играть. Поэтому в первую очередь нужно это понимать. Ссылочки, естественно, я оставлю в описании. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте палец вверх, надеюсь, видео вам понравилось это. Также не забывайте, что видео будет выходить по Call of Duty Mobile регулярно. Всем удачи!